дома. Я знаю все правила дорожного движения. Привет, ежик. Привет, мышка. Здравствуй, ворона. Как жизнь молодая? Ой, трудно нам в городе. У нас в лесу тропинки до полянки. А у вас дороги до машины носятся? Я вам расскажу правила дорожного движения. Посмотрите, вот знак «Пешеходный переход». Наверное, его видно издалека. И машинам, и людям. Правильно, около этого знака люди переходят дорогу, а водители перед ним останавливаются. Ура, запомнили! А что это за полоски на асфальте? Это дорожная разметка. Ее называют зебра. Только по этим полоскам можно переходить дорогу. Только перед этим надо посмотреть налево, потом направо. И убедиться, что все машины остановились. А вот теперь можно переходить дорогу. А теперь пойдемте кушать кашу. С вареньем? Конечно! Ура!